Сирота Сергей Минаев, несколько лет живущий на теплотрассе, попал в очередь на получение жилья. Уроженец Тевриского района оказался на улице в 18 лет. После того, как на сайте Change.org появилась петиция с просьбой выделить молодому человеку полагающееся по закону жилье, делом заинтересовалась прокуратура. Нарушение нашли в деятельности департамента образования Омска. Сергея Минаева не поставили на очередь ни в Омске, ни в Тевриском районе. Только после вмешательства правоохранителей у молодого человека появился шанс получить квартиру. Сейчас он в очереди среди омичей, но в 700-й. Мы вносили представление директору департамента образования в связи с этим. Учитывая, что руководство уже поменялось, и те лица, ответственные за данную работу, те, кто нарушили законодательство, уже не работают в департаменте, поэтому дисциплинарную ответственность никого не привлекали, они учли это, приняли во внимание и приняли определенные меры для того, чтобы не допустить подобные нарушения впредь.